Любой ивановец старше 14 лет может стать факелоносцем на 22-х зимних Олимпийских играх. Все желающие уже сейчас должны заполнить анкету на сайте Coca-Cola. Чем больше среди наших земляков будет претендентов на эту почетную миссию, тем больше шансов, что в нашем регионе факел пронесут именно ивановцы. Приложим все усилия, чтобы обеспечить участие в эстафете Олимпийского огня любого гражданина с любыми физическими возможностями, которыми он обладает. Регистрация завершится 17 марта. Сейчас пронести Олимпийский огонь изъявили желание 214 жителей Ивановской области. Сколько всего факелоносцев потребуется на преодоление дистанции в нашем регионе, пока не ясно. Известно лишь то, что мероприятие пройдет в октябре. Огонь встретят на границе Ивановской и Владимирской областей. Эстафета будет проходить по территории города Иваново и по территории города Плёса. После этого эстафета Олимпийского огня перейдет на границу Костромской области. Тех, кто достоин пронести Олимпийский огонь, выберет специальное жюри из базы зарегистрированных. В составе отборочной комиссии 8 человек. Все они звезды российского спорта и шоу-бизнеса. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.